Оля, в твой любимый мебельный магазин? Да, к нашим девочкам, да. Здравствуйте, здравствуйте. Как ваше ничего? Здравствуйте, очень хорошо. Я к вам за тумбы. У меня телевизор сунул. Речь тумбы. Или может кому-то какой-нибудь столик. Что-то прям красивенько или практично? Ну, у него вот сделал тот серый, но только темные. Пока коричневые. У вас же брали. Венги у нас был. Венги и серый. Да. Это, да? Ким? Венге с серым. Пойдем, я покажу саму тумбу, а цвет мы... Я поняла уже. Мы покажем вам вашим же. Да. Видите? Вот такая вот тумба. Вот. Да. Вот, только да. Здесь будут такие же фасады, только корпус будет вот такой темный. Как раз под ваш. А вот эта вот тумба какая красивая. Это нижняя? Да. Вот так. Нет, вот эту тумбу. Да, вообще. Только корпус вот такой темный. Ух ты. А, да? Слушай, а ну вот да, та сама. Даже если светлый будет этот, ничего же страшного, Ник. Да не, можно подождать все. Нет, нету. Нету. Можно я прям это? Я прям как обычно. Да. Смотрите, даже не думаю, что это прям если немножко отлежу. Вот давайте я считаю. Да. А, вот. Вот оно как. Да. А тут ящики посередине, да. Угу. Мы даже можем сверху. Что-то мне так нравится он, Оля. А, он нет, такой. Какой 8500 у нас. Он функциональный такой. Он просто у нас полы неровные, она там регулируется. Я поняла, дверь я хорошо знаю, закрывается. Да. Он как комод, смотри, как классно. Ох, конечно, хорошо, если потемнеет, но так комод прикольный. Я не спорю. Господи, любую серую эту сверху положим, темно-серую. Или пленка серая. Пленку серую купила, конечно. Положила и все. Сейчас раньше, все есть. Я в советский это раньше это кухонный гарнитур переклеивал пленку, отличить не могли. Нет, помните, ну... да, эти веселые времена, когда мы не могли купить, да. А он уже рассыхался, вот это ДСП, и мы его все, вот это вот самоклеющийся. Она и стиражи еще... были, девочки. Слушай, она так плохо клеилась, да? Да, но мы клеили. Да. Пузырьки иголочками этими, ты вспомнил, Ларис. Ну вот этот мне нравится. И мне. Если ну прям функциональный такой, классный. Вот так вот, ничего страшного. А что если вот этот? Нет, мне больше вот этот. Он прям, знаешь, по всей длине пойдет, Никит, прям дополнение да, к шкафу. Она 1.60 вот что она. Знаешь, тут ты можешь еще что угодно поставить, Никит. Да, да будет. По стене. Мы просто приехали. И она узенькая, посмотри какая. Да, узенькая. Да. М? Нет, да, я не буду с тобой 40 рублей делать. Не, все равно. Я вот эту хочу. А есть еще вариант? Вариантов куча. Да. Куча вариантов. Иди. Вот что выберешь с девочками, то я себе возьму. Ну какая-то уже тут была тоже серая, да? Ну да, вот это вот тоже хорошая. Красивая. Но там удобнее ящики, понимаешь? Да, мне тоже там больше нравится. Конечно. Ну пусть посмотрит, пусть каталог посмотрит, сам полистает. Да. А мы подождем с возьмем. Такой диван, ладно, интересно. Да, мне тоже понравилось. Смотри, да? Слушай, так у меня такой же был в Хьюстон Хабле. Вот, я точно такой же продала свой диванчик. Смотри, какой красивый. Да, точно такой же был у меня. Классный диванчик. Тоже так же три подушки были. Я его купила, но ни разу на нем не спала, представляешь? Угу. Зато сейчас в Ейск переехала. А диванчик, ну хоть потрогать. Да, смотри, диван очень приятный. Угу. Да, поэтому темно-коричневый проще подобрать. Ну да. Да. Ну, там на коричневом, мне кажется, 56. Это тоже 38. Видишь, низкая. Можно взять. Просто Никита, выбирай сам, чтобы потом к маме претензий не было. Все от размера. Угу. Что берешь, то я сейчас оплачу.
Ну что, какой ты? Я ждал, что к девочкам придешь. Я просто думаю, зачем большую тумбу? То есть наш, я же просто под телевизор. Если телевизор, чисто телевизор, тем более даже вот в маленькой, два выдвижных ящика, открывная дверь. Никит, тебе даже вот в офисе места не хватает всегда, понимаешь? Хоть что-то переложишь в спальню, понимаешь? Мне кажется, лучше брать побольше на 1.40 м, потому что это совсем 1.30 м. А я считаю, надо взять вот эту длинную, и ты туда еще воткнешь с офиса. Ну это вот, 1.38 м. Ну это как та будет, почти. Почти та. То есть это будет получше вариант, вот как вот раз. Вот получше вариант, вот та серая. Мне кажется, да, тебе она больше по дизайну хватит. Подойдет, да. Да? Да. Смотрите, либо задумайся. Ну, задачи. Есть, ты представь, еще это будет эта же мебель. И вот Никит, цвета. У тебя только боковинки. Темные, а так у тебя... У тебя синий. Диван серый, у тебя этот серый. Ну, просто не хочется менять есть... цвет. Ну, а ты не меняешь цвет, а тебе еще раз повторяю. Ну, вот там фасады у тебя, чисто как у шкафа. Только фасад и все. У тебя одинаковый. А если такой вариант заказать венги и перекрутить? Давай. А давайте так сделаем. Мы можем заказать. Мы закажем венги белый глянец. Перекрутим вам серые фасады. С этой фасады и будет у вас идеально. А себе белый глянец. А себе белый сюда присоединили. Наши любимые клиенты, мы пойдем на такую. Спасибо. Спасибо. Давайте. Да, девочки, я оплачиваю. Все, тогда это, давай заказывай. Сколько белый глянец закажем, глянец закажем, да. Да. А мы фасадики вам перемотаем. Спасибо, отлично. Сколько с нас? 8500, да? Все, я прямо оплачу. А что ты сразу так не сказала, Галя? Я так подумала, но, знаешь, Галя, вот девочка. Как я удивлена даже. Какой подход к клиенту, да? Здесь, я говорю, поэтому здесь магазин, это лучше. Вот мы сегодня объездили опять сколько магазинов. Да, да уйму. И мы все равно не нашли. Я говорю, все равно вернули. Все равно, да, мы да, да. Так я же говорю, Оля, поехали туда, поехали туда, поехали туда. Угу. Так кто у нас? Ким. Все-таки, да, потом заеду, будем выбирать все-таки еще вот к спальне что-нибудь, потому что, да. Не знаю, может быть, еще один. Мы подумаем, что, да. Потому что у нас еще сейчас новые появились поставщики. Мы еще сильно не лазили там в каталоже. Я-то покушу приму. Мы еще хорошо. Галюля, что-то присмотрит вам фоточки на WhatsApp покидать. 30 метров где-то, около 30 метров спальни. Получается, спальня-то есть, два комод. Ну, все равно, доллар все-таки вот что-то еще туда просится. Угу. Тогда Галюля поищет, посмотрит, а угу. На WhatsApp фоточки покидает. Вот, получается, точно. Получается, у того комода полностью поменяется цвет. Да, он да, будет точно как твой шкаф. Корпус темный, фасад бетонный. Да. Тютелька включена. Все. Ну, мне вот это очень нравится. А это мы, да, собрали. Так, девочки, подождите. Что вы там собрали? Вот это, а посмотрите, вы кухонную. У меня такая темная в зале мебель. А это, кстати, ваша. Помните, я вас брала. Это ваша темная, только в светлом цвете. Да, да, кстати. Да. И между прочим, гостиной. Она ко мне бы даже в мою спальню подошла бы. Очень бы неплохо смотрел. А сколько такой один шкаф стоит? Такой 15. Если скомбинировать. Или вот такая тумба. Смотри, какая у них. Смотри. Ну зачем тебе тумба-то? А это как комод. Место поставила бы. Типа комода, а сюда, да? Бы телевизор бы. Кстати, хорошая идея. Ну только стиль, да. Думаю, не подойдет по стилю. Ну как нормально. Она нравится. Ты какой красивый, а. Ой, слушайте, вообще. Помнишь, у меня такая в зале темно-коричневая. Темная, да. Но тумба ТВ у вас там другая. Другая, да. У меня отдельно. Просто в набор вас, идет, да. А это сама по себе просто. Ой. Так, как же, подожди. А вот она, вот она открывается. Кнопку. А, тут вообще вот. Да. Да, да, да. Прости, я тоже. Господи, меня. Да. Вот век живи. Тюрка хорошая, да. Направляйки, все. Вот он ваш цвет. Вообще шикарно. Немножко обыграется мебель. Классно. Да, Лариса? Классно, мне тоже понравился, да. Она не будет портить мою спальню совсем. А сколько такой стоит? Такой 14,8. Всего-то 14. 13,5. Скажи, уже 13,5. Ну, бери. Девочки, я беру. Вот прям ее. Прям ее. Так мы сейчас взять не сможем. А, ну привезут, нам же все доставляют, да. Нам же все в одну. Конечно, сразу, да. Ты представляешь, как это будет смотреться? Да. Да классный комодик, хороший. А комоды по другим этим расставлю. Ну это ж ну. Нам вот эта Калипсо очень нравится, сама линейка классная, правда? Uh-huh. Ну Ижевск это Ижевск, конечно, они делают там сушу хорошо. Да, и при сборке, вот насколько тут столько всего всяких запчастей, сами собирали, прям отлично получилось. Ну вот у меня же, помните, целый этот, ой, вообще.
Все, девчонки, забираю, заказывайте там. Шикарно. Ну, сегодня у тебя день покупок. Да, только вот здесь, смотрите, девчонки, видите? Это молдинги мы так прикрутили, мы немножко не умели еще. Во-первых, если хотите, можем новую вам заказать. А давай новую. Давайте новую, да. Новую закажем в коробочках, что придет, да. А Санька придет, соберет. Санька приводит, да, кто так, хотел так, сказать. Так. Санька соберет, да и все. А это пусть выставочная стоит и стоит. Мы просто первый раз эти молдинги увидели. И вот и такой бадень, надо подумать. Потом, может быть, приеду, да закажу, девчонки. Ну, красиво, с двух сторон. Там да, тумба, да. Но у нас... Но это получается уже как вторая гостиная. Нет, у нас это получается нет, но вот это очень... А еще какие шкафчики к ней есть? Ну-ка. Девочки, что еще? Спальня Калипсо, 38-45. Можи створки, ну как ваши, только да, светлые. Да. Ну, надо померить. Дайте сфотографировать. Никита, сфотографируй, да, только качественно. Посмотрите. Вот мне нужны вот эти вот размеры, вот эти всех. Мы сейчас дома померим все. Угу. А что меня интересует, а вот это маленький шкафчик. Это вот большой, это просто. А, просто большой. Вот нам тогда вот это интересует меня. Сейчас, Лариса. Давай, фотографируй. Сейчас дома замерю, а тумбу заказываем. Оплачиваю, угу. Девочки. Да, новенькую свежую. Сколько еще вы добавляете? Хватит. Куда вы столько? Не надо много денег, да? Потом. Все, потом все отдадите. А когда потом? Когда приедет, конечно, на месте. Ну, я же говорю. Ну, ждать еще. Не надо. Я сам всегда так, у нас нормально. Как это мне нравится? Нате вам. Да не возьму, я не возьму. Пока не приедет. Приедет, потом спокойно уже. Она лежит тут, покойненько хочет домой к себе проситься. Утром деньги, вечером стулья, да? Нет, просто я знаю девчонок, и поменяют, и все сделают. Да? Поэтому мне вот оплатить 100% мне проще, чтобы не приезжать, больше не оплачивать. А к нам приезжать не надо, мальчикам, если что, при доставке спокойно, да, можно отдавать деньги. Получается, 8500 плюс 13500 мы скидку сделали на комод, всего 22. 20 предоплата, 2000 к доплате. Ну вот она издевается. Да. Ну, может сразу, а? Нет. Хоть них, какая-то, да? Пусть останется. Ну, ты все на них, да? У нас просто плохая примета, когда... Все поняла. Да, получается там поэтому... что-нибудь. Девочки, поняла. Поэтому пусть придет все хорошо. Спасибо. Плюс-минус. Примерно когда? Ну, тумба у нас... Тумба, она быстро приходит, а мы вот... Ребенка мы подождем как только. Мы подождем. Если вдруг будет на остатках, то быстро придет. То у нас на этой неделе машина будет. Да. Будем посмотреть. Главное, это дзынь-дзынь, да, чтобы мы дом торчали. Да, да, да. Чтобы мы никуда не уехали. Телефон мой есть, все есть. Да? Спасибо, девочки. Хорошего вам дня и хорошей торговли. Спасибо огромное. Умнички, спасибо еще раз. Очень приятно с вами. И вот еще интересный комод. А мне вот этот вот понравился комод. Да. Я прям хочу посмотреть. Так, вот это все выдвижные ящички, три, да, здесь распашные дверцы. Вот, мне тоже нравится, прям нравится. 8 тысяч, 8,5 что ли, что-то я не... или 8 300. Прекрасно. Нормально. Очень нравится. Да, Лар, поэтому кто переезжает, все сюда, здесь подберут все, по цвету, по тону. Да не только кто переезжает. Опять, да. Сколько мы объездили, мы обожглись, все равно мы вернулись сделать. Да. Не только кто переезжает. Все равно мы не нашли того, что душа. Вот и в белом цвете, да. Есть, пожалуйста, и в темном цвете. То есть я тоже удивился, что нам сделали из помещения и такой вот... Да, поменяют. Это получается тумбочка, верно? Да, да. Тумбочку полностью просто все поменяют. Да. Это просто замечательно. Я не из-за того, что я придирчивый, просто, ну, светлый цвет их правда не подойдет в комнату, ну вот никак. Ну правильно, тебе уже сделают так, как нужно. Все.